Приморский профсоюзный форум «Достойный труд. Основа благополучия семьи» в 13-й раз состоялся в Приморье. В программе обсуждение актуальных тем и обучающие семинары. У профсоюзов в этом случае особая роль. Вы законодательно наделены широкими полномочиями для защиты трудовых прав наших граждан и еще большим, во многом уникальный опыт надежного партнерства с властью в этой сфере. Я думаю, что невозможно оценить, настолько он масштабен и многообразен. Мы видим, что там, где есть профсоюзы, результативно решаются различного рода вопросы, связанные и с зарплатой, и социальной помощью, с улучшениями условий труда и быта. Главная задача профсоюзов – защита трудовых прав и интересов работников приморских предприятий. Профсоюзы внедряют различные меры помощи для членов профорганизации и их семей. Сегодня в условиях стремительно развивающей российской экономики, трансформации рынка труда, кадрового дефицита и в приоритетных отраслях роль профсоюзного движения особенно велика. Ведь для достижения нашей главной цели – повышения качества жизни приморцев, прежде всего необходимо обеспечить достойные условия труда. Олег Кожемяка вручил краевые награды представителям и основателям трудовых династий, поблагодарив приморцев за профессионализм и любовь к своему делу. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.